Прошлое, настоящее и будущее президентского моста через Волгу в одном месте. Историческая часть представлена будущим монументом, который совсем скоро появится в этом месте и будет увековечивать он память мостостроителей, тех, кто занимался строительством моста через Волгу. Собственно, сам мостовой переход, он не пустует ни секунды. Сложно подсчитать, сколько в минуту, например, здесь проходит машин, но пустым этот мост вряд ли кто-то когда-то видел. Ну и будущее – это в первую очередь создание на правом берегу новой развязки, которая разгрузит существующую дорогу и перенаправит транспорт на верхнюю террасу в район улиц Оренбургская и Врача Михайлова. Главная задача новой развязки – разгрузить Димитровградское шоссе, по которому за сутки проезжает около 30 тысяч автомобилей. Она же существенно сэкономит время в пути и станет логичным продолжением транзитной магистрали через Ульяновск. Президентский мост позволил обеспечить круглосуточный трафик всех транспортных средств, которые проходят через наш регион. Ускорены темпы социально-экономического развития региона, созданы условия для новых торговых и производственных связей национального и международного уровня. В этом году новый мост отметил свое десятилетие. И если запуск мостового перехода связывают больше с трагической судьбой Ульяновского арсенала, то первый юбилей навсегда будет связан с увековечиванием памяти тех, для кого строительство моста стало делом всей жизни. Памятник инженерного искусства, каковым является наш мост, он сочетает в себе передовую инженерную мысль и квалифицированных работников, которые трудятся над этим, тогда он превращается в памятник. И без наших тружеников, работяг, которые и в зной, и в холод, и в морских условиях пахали, извините за выражение, как черти, как же не гордиться ими, как же им дань не отдать. Памятный камень – первая весточка благоустроенной территории. Дальше здесь появятся скамейки, цветники, дорожки и сам монумент, с которого в сторону своего детища будет гордо смотреть мостостроитель.